Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Буквально 15 минут назад ко мне заходил мой старый друг, коллега. Мы с ним давно работаем, давно общаемся. И вернул две моих книжки. Вот так вот они выглядят. Я подумал, и спонтанно у меня родилась идея вот этого видео. Значит, я хочу сказать, и говорил это неоднократно в своих видео, есть самобытные книги, так называемые, то есть книги, которые каждый специалист, будь то психолог, психиатр, психотерапевт, в общем, узкие специалисты в области наук о человеке, перечитывают в своей жизни неоднократно. Таких книг немного, их буквально может быть до 10. Для меня это прежде всего Зейгарник, Рубинштейн, Ганнушкин с его клиникой психопатии. Это книги, которые я перечитываю очень часто. Ну, вообще читаю очень много и, соответственно, иногда перечитываю. На данный момент это книги, которые мне занес мой коллега. Мы с ним поболтали, поговорили, обсудили какие-то текущие дела. И он мне вернул. Я ему давал их читать. У него их, к сожалению, нет. Они печатные. Я эти книги перечитывал, может быть, десятка-два раз за свою практику. Одним словом, почитал, вернул, и я хочу вам эти книги показать. Эти книги наряду с такими, как перечислил я Зейгарник, Рубинштейн и так далее, и так далее, и так далее, их стоит перечитывать много-много раз за свою практику. Автор Менделеевич, основная книга для меня, это вот клиническая и медицинская психология издательства Медпресс, и, соответственно, его же книга, можно сказать, что они дополняют друг друга очень гармонично. Это книга «Психиатрическая пропедевтика». Значит, читать их надо, наверное, вот в такой... Нет, наверное, да. Вот в такой последовательности. Сначала мы читаем вот эту книгу, да, «Психиатрическая пропедевтика», а потом читаем «Клиническая медицинская психология», если вы медицинский клинический психолог. Ну, неважно, это уже так, игры разума, будем так говорить. Замечательные книги, рекомендую их к прочтению. Они дают уточняющую информацию по ряду клинических патопсихологических методик. Здесь в основном речь идет об МКБ-10 и ее соотношении с клинической медицинской психологией. А здесь уже, как видно из названия, непосредственно клиническая и медицинская психология. Великолепные книги. Буквально, может быть, это... Не побоюсь этого слова, единственные книги, которые вышли вот в, значит, здесь Медпресс, вышли они, да, конец 2000-х, 1999 год, одна и вторая, буквально в разницу в год. И эти книги, к удивлению, продолжают ту стезю, то направление отечественной науки, фундаментальные науки, которые были заложены в 50-е, 60-е годы Блюмой, Вольфовной, Зейгарник, Сусанной Яковлевной, Рубинштейн и рядом других отечественных психологов, психиатров, психотерапевтов. В 90-е годы появилось что-то новое, дополнительное, уточняющее в этой области. Рекомендую их к прочтению. На этом, пожалуй, все. Будут впереди, нас ждет еще много интересных видео. И я думаю, что тип таких обзоров по литературе я продолжу. Книг очень много. Есть хорошие, есть не очень, есть великолепные. Есть самобытные, те, которые надо перечитывать. Буду рассказывать вам о литературе. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!